Ванга назвала три знака зодиака с магическими чарами нимф, способных околдовать любого мужчину. Они лишают мужчин сна и покоя. От одного взгляда на них мужчина готов сорвать звезду с неба, лишь бы заслужить их снисходительную улыбку. Эти женщины в совершенстве владеют колдовскими чарами. А что это за знаки, я сейчас тебе расскажу, только для начала подпишись. И еще перейди в мой телеграм, там уже есть прогноз на ближайшее будущее, советую посмотреть. А мы начинаем. Первый знак Близнецы. Она – неуловимое грациозное создание, просто мастер перевоплощений. С ней никогда не бывает скучно. Сегодня она кроткая и ласковая лань, завтра же она появляется в образе коварной хищницы. Кем она будет послезавтра – тайна. Второй знак – женщина-лев. Она – бриллиант в золотой оправе. Дорогая женщина требует должного отношения. И дело далеко не в ее запросах, а в том, что она знает себе цену. Знает, чего хочет получить от жизни и на меньшее не согласна. Львица по натуре коллекционер. Ей нравится собирать сердца поклонников. Она питается их восхищенными взглядами, это придает ей еще большую уверенность в себе. И третий знак. Любимому человеку она покажет совсем другой мир, полный приключений, невероятных эмоций и нежных чувств. Она – аромат свежести и перемен. Приключения идут за ней по пятам. И это женщина-водолей.